Общенациональный референдум обсудили в офисе партии «Аманат» с представителями интеллигенции, науки и образования. Изменения и реформы главного свода закона в Конституции касаются каждого гражданина страны. В области создан штаб по разъяснению предстоящих изменений. Информационная работа началась с учеными профессорско-педагогическим составом университета. Стороны обсудили грядущие перемены, делились своим видением и собрали поступившие предложения. Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Проведение республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны пройдет 5 июня. Все пункты должны нас заинтересовать, именно которые будут внесены в Конституции. Ну, особенно, конечно же, как будут избираться наши акимы областей, акимы районов и сельских округов, ну и также как же будет дальше вопросы земли, вопросы территории, вопросы общего человеческого капитала будут, в каком направлении оно будет меняться. Ну и очень много вопросов. Для меня лично все вопросы интересны.